Именно это дерево смущает родителей, однако гнилым его не назовешь. Единственное, что отличает его от остальных – необычный вид. Тополь врос в забор. Такой экземпляр школьников не пугает. Напротив, они им гордятся. То, что на территории школы есть такое большое дерево, которым можно гордиться. Это дерево-долгожитель. Его высадили первостроители Нижнекамска. Директор школы Салима Саитовна наблюдает за этим тополем больше 20 лет. И уверяет, дерево нормально и опасности не представляет. Но если родители будут настаивать, то его срубят. Это необычное дерево. Мы тоже следим за этим деревом. Совершенно здоровое. Вот когда все тополя мы будем убирать, наверное, там тоже это тоже уберем. Вообще тополя хрупкие деревья, поэтому их верхушки периодически подрезают по всему городу. Массово это будут делать весной. Что касается этого тополя-гиганта, то его судьбу совсем скоро решит специальная комиссия. Регина Сулейманова, Рафаэль Акипов, Новости НТР.